Дорогие друзья, дорогие земляки, наступает самый долгожданный и любимый праздник – Новый год. От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2019 годом. Хурматлы райондашлар, барыгызны да шын көңілімнен яңа 2019 жыл белән тәбрик итәм. Иң шатлыклы һәм көтеп алынган бәйрәм яңа елны каршы алырга берничә сәгать калып бара. Бу минутларда без киләчәккә планнар корабыз. Үтелгән юлга бәя бирәбез. Узып барышы ел якты һәм әһәмиятле вакыйгалар белән истә калачак. Новый год является своего рода рубежом. Необходимо дать объективную оценку прошлому, чтобы поставить правильные цели на будущее. Уходящий год стал для нас ярким на события. Было решено немало сложных задач. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вместе мы смогли справиться. Экономика Мамадышского муниципального района уверенно подступает Новый год. Труженики сельского хозяйства вновь собрали хороший урожай. Растет поголовье скота и молочного стада. Развиваются личные подсобные хозяйства сельчан. У нас есть все основания назвать уходящий год в целом успешным. Каким будет наступающий год, тоже зависит от нас самих. В 2018 году мы полностью и с акцентом на качество реализовали все республиканские программы в сфере строительства и капремонта, здравоохранения и образования, культура и спорта, которые позволили повысить качество жизни и труда отдельных категорий населения района в целом. Главными событиями уходящего года мы назовем ввод в строй очистных сооружений в городе, мясоперерабатывающего комбината вблизи села Атарка, крытого плавательного бассейна «Лагуна», дальнейшее благоустройство улицы Советская и склона горы Пожарки с выходом к памятнику чернобыльцам. Сегодня мы активно работаем над улучшением инвестиционного климата района. На промышленной площадке «Вятка» начали свою работу первые резиденты. Мы снова делаем это вместе, а значит, у нас все получится. Мечеть Рахимне и строительство храма Живоначальной Троицы вблизи разрушенного почти век назад Троицкого собора также остаются историей 2018 года важнейшими вехами исторической летописи. Счастливым назовут его и новоселы, получившие в этом году квартиры в домах по программе «Арендное жилье». Я уверен, помимо громких спортивных побед, нынешние годы в хоккее, волейболе, борьбе на поясах, наши юные таланты, наши интеллектуалы заявят о себе и в будущем году. Дорогие друзья, Новый год – это праздник, который мы поособенно осознаем теплоту дружеских и родственных связей. И давайте скажем спасибо друг другу за понимание и помощь, за любовь и заботу. В суете будней мы редко это делаем, но ведь именно поддержка близких и друзей всегда придает нам уверенность в себе. Желаю вам здоровья и счастья. Пусть в каждом доме будет много радости. В каждой семье царят согласие и благополучие. С новым 2019 годом! Яңа ел барыбызга да сәламәтлек, бәхет, шатлык, куанычлар һәм тынычлык алып килсен. Табыннарыбыз мул, күңелләребез күтәренке булсын. Бәйрәм белән сезне, кадерле якташларым!